Позвольте мне затуманить ваш взор. Взгляните же, что скрывается за пеленой. Итак, представление начинается. Нормально. Чика. Нормально, нормально. Их вместе убивать надо, правда, ну нормально. Кого же этот дебаф кинется, шапочки, убегайте. По кругу кайтите его. Вот что, мужики. Бегать надо. Только я не... бежал вообще-то. Он меня догнал. Я смотрю, не догонишь. Постер то, что он на мне висит. Ну как он на тебе висит? Я говорю, на меня дебаф упал, я побежал. Он тебя догнал вас. Пока он бегает там, поднимайся. Эрни на меня. Ну, там кидай, да. Угу. Спасибо. Блядь, Пал упал. Разменяли меня на Пала. Это такой босс смешный. Да, да, да. Сковывание ему точно. Прокат. Секунды, шапочка. Можно отходить от него просто заранее. Бога. Беги, беги. Еще шапочка, секунду. Нет? А, нет, вот. 3 секунды. Отходите. Шамар. И зомбикус, беги! Каплю на него можно кинуть. Добиваем, мужики, давай. Беги, зомбикус, беги! Четко, четко. Это с лутом вообще херня какая-то, да? Не пойму, это тут порой с каражана. То одна ткань падает, то одни латы, короче. Все, выходим обратно. Что-то я не туда пошел. Наверх поперли. Что, убьем погибель? Да нет, она не нужна никому. Ее оставим потом просто, когда этот вот Настя там дневник все прочитает, все квесты сделает. Я соберу, вернусь. Аналогично. Там ей просто она нужна будет. На чудовище, чтобы открыть. О, какой красавчик это сделал. Мишка, возвращайся. Он тут сейчас жопу порвут. А, блять, все.
Куда все побежали? Куда все побежали? А как все побежали? Вышли Поптер Дым по центру пошли. Когда на выходе буквально шаг вправо сделал, там один лишний, все пиздец, выбежало, блядь, парк. Прикольно ходить с этим, знаешь, с хантом или там локом, питомец бежит, пол инста собирает, мобов, которые в стенках. Кстати, полный ребаф. Такой полный ребаф у нас, он люди еще валяются. Валяется? Ну, понимаете. Так, пока все в куче стоим, я прям в кучу сейчас рыбу поставлю. Да не надо, не надо. Подожди. Поздно. Ее не прервать. Страдай, кулаки. Прием, прием, алло. Павлы, дайте кулаки. Кто там? Каски обновите, МП5 по флагам. Все, кулак есть. Не сейчас. Эх, все есть. Пошлите. Паладину дайте этот каской. МП5 по нему киньте. Не вижу на нем по этих бафов каски, кулака, но. А что вы что-то планируете после Каражана? У нас 6 часов. РТ сегодня. Кара. Ой, Кара, какая нахрен Кара? Грул маги гер. А, ну я туда не гожусь, да? Там а что-то. Там... Ну на кубы могу постоять. Посмотрим по людям. Какой у тебя итем? 235 курит. Не, там точно делать нечего, 235. Да, еще знаешь, вот с таким некоторые люди, 245, с таким знаешь, блять, брать или не брать. А как-то 251 танком не взяли. Там я доказал, что стоит все-таки меня взять. Что я смог твоим друидом вообще-то. 235 был хил. Ёб твою дерево.
меня взяли. Но я был в гильдии нормально. Которая распалась, сука. Много гильдий пораспадались. Хорош. Распалась. Там, блядь, основной состав, там люди все 266 плюсом попереходили в иллюжин и конченые. Такие пацаны были. Весь контент закрывали полностью. Чего они туда перешли? Зачем? Перешли, потому что в гильдии, вот они дождались. В гильдии не было такого, то что, блядь, вот один сказал. Они собрались, Кару, я хочу вторую, я не пойду, мне туда не надо. Такая бредя там, короче. Всех, блядь, вот пизд был там мой, не, блядь. Я, у меня 100 гигой, это иллюжин, у меня там вообще после людей я там был. Да, с иллюжинами. Ну, мы походу. Плохо там был. Понимаешь, там, блядь, ГМ такой конченый, блядь, вообще. А вот я не знаю ГМ, я как-то с ними в рейд попал, Грулмаги Гер. Так я лут выиграл, они мне его отдавать не хотели. Ролил на ДД, ну все честно, они мне его еле отдали, и то там половина рейда возмущение поднял, такое для сролил, они не отдавали мне. Потом отдали. Смотри, сейчас будет моб, он вешает дебаф, на ком дебаф, тот уходит сразу с рейда, у нас все милики, поэтому все заебись, убежал просто и все что. Вар, отойди, вводи. Сопротивление. Нормально. Телефон еще. Подождите, ребят, телефон. Начал рейда. Кто это сделал? Зачем его сагрили? Сухожилие подрезалось, еще катить. Шаман, выбегай. Пойдем наверх, к статуе. Кто у нас такой самый умный? Он. Он вообще в Дискорде, да? Да, без понятия. Бля, почему меня сегодня все так норовят напоить? У нас тут 8, одного нету, по-моему. Мелькор вообще будет? Знаю. Я бы их десяточку пробежался прям с удовольствием. У меня уже тошнит от этого ика, если честно. Я бы пробежался и ВК 25-ку. А в ВК я бы сходил. Настя, тебя взорвали, бедолагу. А, дошла.
защиты отсутствует, это не умерла. А так, да, можно позакрывать будет, блядь. Тоже не мешало бы и 25, и 50. У них-то это быстро. Что там, 30 минут, 20. Я каким составом накидку. Че, нынче мутироги такие популярны? Мучик он в ДД хорошо, он этот дос. А, не знаю, честно. Ну, мутик вроде как не дает баф рейду 4% к физурону. А комбо дает. Для нашего рейда комбат зайдет прям только в путь. Урон повысится хорошо прям. По идее этот рейд хороший. А там на ласте проще будет кораллами. Тоже такой конченый мод. Твоё ждёшь, вроде агро 100% взял, блядь, переключился на кого-то сам по себе такой, знаешь. Ну да, я сам танчу здесь, ну, везде уже. Тут я тебя понимаю. Надо подождать. Ближе, подводи ближе. Притяните кто-нибудь там рыбок этих, блядь. Че, он назад отойдет? Че? Убиваются, блядь. Гораздо быстрее, чем здесь. В Гере я не был. Щита нет у них, это по-моему. Как обычный моб, он убивается. Сейчас переключился, да что такое? Этого дальнего приведу. Привет. Хорошо.
Ну, давай, начинаем. Все, отлично, теперь льем. Сферы льем. Давай, Геро. ДК, маг, чернокнижник. Посох, блядь. Стой, подожди, посох. Выносливость, интеллект. Нахер не нужен. Сделаем перекурчик небольшой, 2 минуты, я думаю, хватит. Группу поставить не забудь так.
Че у нас тут? Ни ханта нету, да? Ни мага, никого нету. Нужны? А чё этот Кельдивар рукоять эту делает в квест, да? Она ж там да, делает. Первая. Да, делает. Надо бы где-то ее откопать, чё она дорогая, наверное, да? 9000 минималка стоит, а так она кузня яма гер. Да, мне кажется, с острова лучше. Да, на острове, блин. Ну так пару раз было знакомительных целях. Времени нету каждый день там сидеть. На самом дебаг. Тут этот зачищай правую левую сторону, получается, где квесты. Кому взять надо, кому сдать надо. Если у тебя по дневнику Медива же, что надо сделать? Его прочитать или что? Что? Почему? По квесту там что надо сделать и прочитать, взять дневник, что надо именно с ним сделать. Так, я уже не помню, что за квест, например, я не понес пока. Не у меня, там у Насти, я спрашиваю, я-то здесь все сделал. Насти выбить, потом его надо будет натирать в террасе магистра, прочитать там, где погибли. После этого, я не помню, что и РБК. Да, после этого РБК, а потом здесь погибнет. Этот сегодня выбьем, прочитает. Сразу же. Походу это у тебя шум. Шум. Так, просто не знаю. Пойму, у меня так шумит все. Что за хрень? Не что? Знаю. У меня шумит? У тебя да. Вот у него шумит. Вот у тебя шум. У меня шумит. У меня шумит? Я не знаю, у меня ничего не шумит. Меня слышно вообще, да? Да, нормально. Ты испугался уже?
Те книжки взяли? Они что-то я забываю про них вообще. Хилл. Школа с дебафом, кто там? Сохнем. Назад, назад отойди. Бля, какой пиздоватый мод. Сейчас вылезет, ждем. Люди, вот, знакомые, вот, баф, выйди с рейда. А, грошными. Волосами цепляешь. Так, мелких сначала убиваете, потом большого. Если надо, отдам. Что говорит? Тапки там. Анастасия вроде. Смотря какие у нее, если хуже, то отдай. Мне эти тоже тапки на танк упали. Да, мне. Подожди. У меня тоже 226 там только с мастерством вроде.
Ну это ретрик, ей по сути, если у тебя на, если тебе на танка надо, то я отправляю. Пусть смотри, я скинул. Ну, у тебя. Блин, у тебя хуже, у тебя тоже на защиту, но хуже. Давай кому-то отдать. На Настя отдай. И инст лабиринт. Это еще, блядь, только верхняя часть. Нижние что же есть этажи, но тут не работают. На Сирус. Что там еще босс есть? Что? Там этажа 3 или 4 этажа вниз еще идут. Бафы есть, никто не умирал. Пока нету, кулак ребафнить. Каску ребафнить. Да вообще обновите вот эти каски, кулаки. Баф, ребаф. Так, по тактике. Что тут по тактике, блядь? Все бьют цепь этого. Бьем, как... Цепь появилась, все свичнулись в цепь, все. Погнали. Улетай. Вы как раз. В цепь свичнули все, ну. Цепь разбили. Софт. Блять, вот в Гере копыта вообще пиздец сложный бот. В Гере все боссы сложные. Скажи, смотритель там изи, дева там изи, конь тоже изи. С морозом проблемы, с копытом проблемы, с погибелью проблемы, блять. Слышал, что наоборот, дева там вообще лютая. Я же говорю, с девой вообще проблем нет. Вот, изи боссы, там, смотритель, конь, первый самый, потом дева вот это вот. Свичнулись в этот, все свичнулись. А вы мог Чезару убивали? Я нет.
Мы дошли тогда до Молчазара, короче. И в итоге там одному, блядь, рано вставать, второму, блядь, там по делам вызвонили пить, поехал. В итоге, типа потом идем. Ну и все, потом был распад гильдии. Блядь, почему на танка постоянно падает шляпа вот, да? Опера там вообще, короче, не работает. Героичка, она там забагана. Подожди, не заходи в этот к боссу, пока не заходи, я там тактику распишу. У нас один не в Дискорде, не знает. А какой сейчас босс будет? Тень рано. Это дракон. Немножко морейный босс. Там уже отбегать просто все. Там... Отбегай и не шевелись, все. Он кастует венец пламени, не шевелись. Напиши это, мой дядьки. У нас же есть... ДК есть у нас просто, когда он элементалей вызовет, там же, чтобы дал. А Каррегер с какого? 200 меньше? 250 плюс, но лучше 255 плюс. Все, все готовы, по бафам у всех все есть. Заходим. Заходи, заходи, Миш. Бьем, дайте поставить на центр, алло. А, давай. Стенкам ушли. Ты тут по мне попасть не может, блять, огромный. Ой, огромный. Подниму бомжей.
Беру. Отлично. Кошмар закончился. Кольцо на танка. Хорошее это кольцо. Танк один какой-то. Я уже забыл, что мне делать. Смотри, я у него взяла дневник. Теперь мне куда? Смотри, на террасе мастера прочитаешь. Сейчас обратно пойдем, я покажу. Угу. Здесь закончим, обратно пойдем, я покажу где. Пустили, да? Погибель мы не убивали пока. Этот от тени вот это погибели. Или она дальше? Погибель она там в начале. Возле девы, короче, вот как мы поднимались. Наверх уже. Ну, получается, вот эту тень погибели пропустили. Ладно, хер с ним. Нет, ты же сам сказал, погибель не убивает пока. Это, я про погибель, я говорю про другого дракона там, мы который этот. Мы к нему идем сейчас. Туплю что-то немножко. Другой, мне кажется, вообще перед мной. К этого второго дракона зовут тень погибели, что ли, или как? Не помню. Нет. Так, не в пустоты. Что-то из этого. Ой, ужас, сука. Блять. Стою слишком далеко. Неподходящая цель.
Так, что здесь получаем? На синий шам? А, синий, пускай шам становится. Ну, с кем ему встать-то? Кстати, ему не с кем, блядь. Пускай один и стоит. Но он же умрет, он ведь так не поймает. Посмотришь, не умрет. А что, если шам и приз пусть они по 30 встают? Да он там один может. Один, пускай стоит. 30 стаков поймает и умрет. Посмотришь, не умрет. Рок становится в этот самый. Рок у нас какой есть? А, так пускай он меняется с этим, ёбхуй. Первый пускай приз становится. Будете меняться, ёбхуй. И первый шанс, там без разницы, я на красном стою. Мы что? Когда с тобой в тот раз ходили, наоборот, он один и стоял. Он сначала у него ману сожрало, потом он начал, короче, хилить. А, ну все тогда. Я не помню просто эти фигни. Ты это самое, шаман, если ты слышишь, там напишешь, как маны не станет у тебя, просто плюсанешь там или крикнешь в рейд, я тебе инер кину. Так, Рох в зеленом луче тогда стоит, я в красном. Все, будем убегать сперва, наверное, к окну. Да. А я этот, сюда ближе ставь и к окнам побежим. А, так я всегда так и делаю. Погнали. Никто не бьет первого. Ближе ставь. Нормально. Все, значит, так, нормально. Шаман, синий луч, твою мать. Потом напишешь, сколько ты хилишь. Шли. Убегаем. Луч заберите. А что ты его так близко опять хопнул? Угу. Thank you.
Если Гера дашь, то есть сюда и сейчас когда бить будет. Геру сейчас не надо, уже до ласта ее додержим. На ласте на третьей фазе Гера в цвет залетит. Ловим лучи. Лучи поймали все? Оу. Ну забери. Видишь, значит, пофиксили эту фигню. Ну, не умираешь же нихера. Стоишь, стоишь. Блять, не успеют люди найти баг какой-нибудь, который очень приятен. Разбег. Угол. Блять, сказать, куда убегать. Я пока не могу использовать эту способность. Рыбу сейчас поставлю. Подожди, не иди. Подожди. Не иди, тут, по-моему, ремонтник сейчас. И все, и дальше бежать. Ты куда побежал? Рыбу же поставил. Полный ребаф, каски, кулаки.